Погаси меня свечу, я еще гореть хочу, я жива еще покуда. Не гаси меня свечу, не протягивай ладу, мой дружок прекрасный. Я пока храню огонь маленький, но ясный. А без света нет ночи, без ночи. Без поэта нет свечи, без свечи поэта. Для бродячих моряков маяков есть пламя, я горящих мотыльков, маленькое знамя. Оттого-то и хочу я дожить до свету. Не гаси меня свечу, я свечу поэту. Не гаси меня свечу, поэту. Ну, такая вещица, вот как та, которая только что прозвучала, это все дела, ну, просто юрского периода. Вот, и возможно, мне тогда казалось, что долг будет путь, не знаю, от огромного кургана комплексов неполноценности до, ну, до такой отчетливой, значит, точки, где будет расположен, значит, какой-нибудь венец с комплексом полноценности. Ну, все это, конечно, полнейшая мура, там, свечу поэту или не поэту, это все, ладно, что-то там немножечко мерцает, и ладно. Ну, я маленькая была, когда так написал. Значит, вот, что я вам хочу сказать. Я себе, значит, пишу стиши, ну, довольно давно, и масса вещей меня уже совершенно перестала интересовать. Ну, каких-то, знаете, даже довольно цельных таких, довольно человеческих, почти ничего мне не интересно. Только книжки, только стихи с огромным отрывом от всего прочего. Большим, да. Вот. Ну, я смотрю на моих там детей, они, конечно, поразнообразнее на сегодняшний день. Там театр, кино, это все у них так ворсисто, так отчетливо на сегодняшний день. Так это их беспокоит, и там они работают. Я даже не могу там стопроцентно соответствовать. Ну, я немножечко там имитирую, конечно, сопереживаю, но так сильно, как они, не могу. Это всего лишь театр и кино. Я всегда помню, что в основе этого лежат только слова, слова, слова. Вот, а все прочее, это так, все, надстроечные фигуры. Что-то я хотела сказать-то. Значит так, да, счет слов. Ну вот я каждый год делаю себе по пластиночке, и ничего утешительнее этого занятия, если не нашла и не придумала. И что я себе не попытаюсь устроить, ничего не утешает и даже не распотешивает. Вот. А слова как-то и имеют надо мной власть вполне очевидную. Они меня меняют. Вот. И еще даже не знаю, лет 7, наверное, назад вот сделаю пластинку, и все думают, ну что и зачем? А сейчас даже и не думаю, потому что вот и не думаю. Хотя ничего такого нету, понимаете, ни с каких таких прилавков не поступает заказ там, мать моя, давай-ка, чтобы у тебя там под Новый год была новая работа. Да, конечно, нет. Конечно, это просто я сама с собой вот эти короткие взаимоотношения выстроила, и все. Делаю по пластиночке в год, и, значит,
И вся недолго. Да, я вам рассказывала, дети, значит, работают, муж снимает кино. Это так, вопрос о том, что за кадром.